телеграм-канал администрации Самары «Вести» с Дворянской сообщает, что в России проходит конкурс на лучшие авторские путешествия. Он запущен в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Любители отдыха в России смогут претендовать на главный приз – тур по стране от программы «Росмолодежи», в который можно будет отправиться в любое удобное время. Срок приема конкурсных заявок до 17 июня. Администрация Красноглинского района сообщает, что в Самаре реализуется еще 13 проектов благоустройства по программе содействия. По решению комиссии победителями признаны 163 социально значимые инициативы, из которых 13 проектов будет реализовано в Самаре. Победителем второго конкурса общественных проектов в рамках губернаторского проекта содействия от Красноглинского района стала территория «Счастливый пес», создание площадки для выгула и дрессировки собак между сквером Кузнецова и улицей имени академика Кузнецова. Администрация железнодорожного района напоминает, что на территории региона до 15 октября действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня для приготовления пищи, сжигание мусора, сухой растительности, в том числе на территориях организаций, приусадебных, садовых и дачных участках, а также запуск неуправляемых изделий из горючих материалов. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону 01 или 101.